Дорогие друзья, коллеги, студенты университета Лобачевского, в этот морозный день очень хочется вам сказать спасибо и отдельную благодарность от меня. Мы с вами очень успешно провели этот год. Мы открыли два новых факультета – Высшую школу искусства и дизайна и Институт клинической медицины. Мы стали победителями передовой инженерной школы. Мы участвовали во множественных конкурсах и форумах. Мы стали медиазвездой. В новом году хочется вам пожелать новых проектов, драйва, научного полета, много-много энергии. А чтобы наш с вами университет становился теплее, ярче, сплоченнее и стал настоящей, дружной, родной семьей. С Новым годом!